Ну что ж, спасибо этой композиции, которая начала наш стрим. Ну что ж, здравствуйте, дамы и господа. Александр Калбатонов, Дабатонов. Hello, ladies and gentlemen. И сегодня у нас будет продолжение карьеры F1 2012. Как вы помните, вчера мы в прошлый раз мы проходили Монако, Гран-при Монако. Это был первый 50% отрезок на сложности гонщик. Теперь у нас седьмой этап, Канада. Давайте начнем. Трасса в канадском Монреале, длинные прямые медленные эски. Одна из них в самом конце круга, как можно лучше пройди ее и устремляйся по длинной стартовой прямой. Боксы слева, прими левее, а потом трасса изгибается, и ты вместе с ней смещайся направо. Заранее пожертвуй первым поворотом, чтобы как можно лучше преодолеть второй. Здесь нужно держать машину стабильно и разгон. Разгон, разгон. Как можно менее активно работай рулем на этом коротком прямом участке. Впереди скоростная эска. Третий-четвертый поворот, и там можно атаковать бордюры, но ни в коем случае не допусти контакта со стеной на выходе.
Извилистый участок в тени деревьев, ну а впереди уже шестой поворот, как можно правее на входе и не так широко на выходе, чтобы как можно лучше войти в следующий, седьмой. Очень важный седьмой поворот, который выводит нас на длинную прямую. Мы мчимся вперед к восьмому повороту, в этом месте используя ДРС в квалификации и не забывай поглядывать в зеркала заднего вида. Еще одна скоростная эска, 9-10 поворот, выезжая на бордюр, но только на красно-белую часть и аккуратнее на выходе, еще одна стена, в которую вполне можно улететь. И вновь прямой участок, торможение перед шпилькой, сосредоточься, нажми тормоза пораньше, не заблокируй колеса и как можно аккуратнее на выходе. Хороший выход гарантирует нам высокую скорость на следующей прямой, длинной прямой, которая ведет к финальному повороту трассы. Используя ДРС и Керс, круг почти завершен. Почти, потому что впереди стена чемпионов, самый сложный участок, где разбивали свои машины многие великие пилоты. Его нужно пройти и быстро, и смело, и в то же время точно. Вот он! Направо, потом налево, максимально близко к стене, разгон, и круг по трассе Гран-при Канады в Монреале завершен. Угу. Понятно. Гонка будет довольно опасной, непредсказуемой и быстрой. В то же время. Будем учитывать. Так, тренировка у нас, как я смотрю, пойдет по сухой. Задача повторяется. Пройдите три круга, используя изношенные шины. Давайте посмотрим, что. Значит, тренировка и квалификация будет чистая. Зато гонка будет, может быть, мокрой. Хреново. Давайте посмотрим. Пройдите три круга, используя изношенные шины. Для успешного выполнения задания необходимо ложиться в указанное время. Ага. Кстати. Бля, я опять елки-палки информацию не посмотрел. Блин, ускользают некоторые у меня вещи. Почтовый ящик надо смотреть, там вот эта вот максимальная скорость, то что есть. Ну вот на глазок видно, то что, блядь, не выдержит моя машина вот это вот прямых отрезков. Если я буду ввести ее на максимальных оборотах. Блять. Хороший темп для тестов, так Блять.
Ко мне. Одни рекорды. Продолжай заезд.
Да блять. Ну как сказать, более-менее простая трасса. Вот что я скажу. С данной конфигурацией, на которой я сейчас, более-менее легко. Есть некоторые опасные участки, но нормально. Более-менее. О, сука. Это хорошо, конечно, вот вопрос. Ты потерял немного времени. А если мне на более жестких, если так вообще можно выразиться, выйти, какова будет машина? Кстати, какая у нас настройка? Ага, обычная. Питом. Погоди-ка. Да ладно. Я что-то такой цифры не видел на своей машине, блин, 337, нихуя себе. Это, блядь, неужто прорыв, а? Эх, эти вообще изнасилованные двигатели. Сука. Ладно. Ну что, погнали. Поменяем то, что ты просил. Старт. Надо по-быренькому привыкнуть к этой трассе, чтоб долго на стрим не тратиться. Да ладно, если просто стрим, чтобы вообще силы не тратить много бы. А то, блядь, пиздец будет. Уайме! Тебе присудили штраф на 10 позиций. Ты опускаешься на 10. Блядь. Ну, ёлки-палки, я там, блин. Я не заметил. Бля, ебать я лоханулся, конечно. Самая тупорылая, блин, хрень. Ой, блядь. Все, этим покрышкам старт дан. Да, блядский твой рот, я ебал. У тебя переднее антикрыло немного повреждено, я... Верните бокса. Заебался. Как там? Болида отняло у тебя немного времени. Ну, есть машины. Ладно, хуй с ним, давай, выпускай. Буду более-менее ехать помедленней. Блять, ужасный выезд. Я в натуре могу ненароком линию зацепить, блин. И пиздец, плюс там 20 секунд штрафа будет опять, блин. Повторим, ёпта, с историю в Китае.
самое ответственное. Сможет ли моя машина выдержать этот максимальный оборот? Выдерживает? Ебать! Вау! Аллилуйя! Бля, это... Очень хуяло скучается. Блять, на 34 тысячной, сука! Вот так-то. Чё ты скажешь на это, Алонсо? Thank you.
Если так задуматься, я же еще обогащенку-то не включал. Ну-ка посмотрим. Сука, вот чисто, чисто же было, блядь. Чересчур быстро, нахуй, ёпта. Я вошел туда. Какого? Чего, простите? Капец, ёлки-палки, наебнулся этот, блядь, таймер. Дымит, пыхтит, как всегда. Пора у вас, блядь. Из-за чего, ёлки-палки, в натуре машина дымит? Я вот это вот ни хрена не пойму. Типа, блин. Типа чё? Я никак допереть не могу. Ладно, давайте. Хрен там, кто меня обгонит, блин. Ладно, еле-еле поставил там. Хэмилтон, где он там, четвёртый? Блядь, ебать плохо. Сука. Главное, чтобы на гонке непредвиденных обстоятельств не было. А то пиздец.
Осталось 5 минут до конца заезда. Нормально. Первое место, отлично. Мы не знаем, сколько топлива брали остальные, но результат все равно достойный, молодец. Сасут, ёпта, сасут. Поставили места. То же самое теперь облачно. Ну как сказать облачно, я облаков не вижу. Занять как минимум 10 место. Давайте сразу же, погнали, погнали, погнали. Гоу, гоу, гоу. На этом этапе тебе даже не нужно напрягаться, ты легко выдашь нужное время. Переднее антикрыло немного повреждено, вроде ничего страшного, продолжай заезд. We'll be right back.
Раз. Не везет, елки-палки. Ну хоть, я не знаю, нормально, по-моему, рекорд поставили. Второе место. Пока что второе место, конечно, но кто знает. Может оно и останется вторым местом. Я что, сейчас потренироваться, хотя хуй его знает. Ну-ка, на каком месте? Сейчас на трассе много болидов, нам придется подождать разрыва. Погоди, погоди, не подождать, никакой подождать, блядь. Выпускай нахуй. Ебать, терять время нам нельзя. Нихуя себе на 19-е, блядь, спустился. Ай, кто-то, по-моему, все. Да скажи просто, Миша, все хуйня, давай по новой. Все. Я понятливый, я все сделаю. Последний быстрый круг.
Сука, уже? А. Вот как не вовремя, а я там вообще полюбас на рекорд шел. Чуть-чуть топлива не хватило, а? На полноценных оборотах все проехать. Ой, сука! У этого там тоже, походу, топливо кончилось. Сука. Ебать, обгоняют твари. Твари! Твари! Ебать, все поехали, блять, все нахуй. Ну не все, втроем. Хюкипек, Белоросса и Кабалет. Бисты конем! Все меня выебут нахуй. С места. Ой. Давайте, блядь. Тащите меня, блядь. Ой. Вообще времени нету. Выезжаем. Я не хочу рисковать. Надо что-то сделать. Так, вот этот. О, бля. Сука, а и меня оттеснили. Позицию.
Опять я неправильно передачу сделал. Переключил передачу или чё? Или он, сука, на максималке ехал, блядь. Блять, этот последний поворот на туре жопа. Где я там, блядь? Я в ахуе. Я просто в ахуе, блядь. Эй, пиздень, блядь. Ай, брат, извини, а, извини, а, я тебе еще один двигатель взорвал, ну, блядь, говно, просто-напросто, котят хам, дуэк. Котят хам, на только говно. Двигатели, как я смотрю, от Рено, блядь. Не от Рено, а какого-то Фольксвагена засранного. Ой, блядь. Галяк! Занять как минимум 13 место. С 18 на 13. О, базар. О, Алонсо первый. Вебер второй, Гражан третий. Где Хамильтон? Хамильтон. Да ладно, блядь, 13 начинает. Сука. Как раз тебя надо выпихнуть с 13 места, блядь. Ой, блядь. Ладно, хотя бы в очковую зону попадем. На это надо надеяться. Что ж, погнали. Почешем себя. Ой, блядь, последний поворот жопа. Блядь, последний поворот, но и больше жопа. По реплике я не могу, не умею по-человечески использовать, чтобы, блядь, не закрутила эту суку. Ой. Ну что ж, дамы и господа, сезон 2012 Гран-при Канада! Зажигать огни, 3, 4, 5, гаснут огни, и начинается 7-й этап Гран-при! Ой. Да будет со мной сила, блядь. О, Кабаяши, спойлер, минус. Сука. Воу. Вопрос, отрезок ДРС единственный, а ну именно там, блин, ой, ёб твою мать. О, Льюис Хэмптон как раз. Мне на торе интересно, вот этот отрезок ДРС. О, сука. Бля, я нигде не заметил. Ну там линия вроде на асфальте была. Значит, походу, да. Вот это вот отрезок ДРС, и походу он единственный на всю гонку. Потому что более-менее прямая. Знаю я эти ваши радары, и не пизди мне под руку. Блять. У тебя переднее антикрыло немного повреждено, если не мешает, можешь ехать дальше.
Бля, куда этот Эрес нахуй, ёб твою мать? Куда ты летишь, э? Обгоняю, блядь! На более жестком составе шины я блядский Мерседес обошел. Конечно, это не максимальная сложность, но все же это, блядь. О. Вот сейчас будет весело, блядь. Гонщик впереди тебя идет на мягких шинах, а тебе будет нелегко сократить обрыв. Бля, я стратегию забыл посмотреть, ёпта, на каких кругах они запланировали свои пит-стопы, а? Блять. Вот я должен знать, блин, а то... ёпта. С ни того ни с сего, блядь. Если скажешь такой, бокс, 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 ёпта. Я в ступор могу упасть, блядь. С такой хуйты. Бля, мне на туре надо научиться более аккуратно водить эту блядскую машину, а потому что второй круг, а уже нету переднего крыла, блядь. Ну что за детский сад, ёб вашу мать. Нет, говнюков я далеко, блин, от первой десятки. Ладно, хуй с ними, блин. Главное, во-первых, на свою позицию удержаться. Во-вторых, избавиться от хвоста. В-третьих, неплохо было бы лучший круг поставить. И в-четвертых, блядь, не посеть двигатель раньше времени. А то это уже, блядь, четвертый двигатель взорвался к хуям, а у меня там еще три в запасе. Хотя не уже два, потому что третий уже стоит. А это седьмой этап из 20, блядь. Мне еще 13 ехать, блядь. Сука. Ой, блядь! Держись за ним, он может сделать ошибку. У болида, идущего за тобой, слегка повреждено переднее антикрыло. На вид ничего серьезного. Не забывай использовать систему ДРС для получения преимущества при обгоне. Ну и где этот блядский ДРС, а? Нихуя себе, он второй рекорд поставил? Суровый дядя. А я могу сделать так, чтобы он еще раньше поменял ее. Правда, меня оштрафуют за такое. Пусть кто-то скажет, то, что это был грязный обгон. А просто как ракатка. Всё, блядь. Влетел нахуй. Перец у тебя на хвосте, будь внимателен. Пытается, чё, я ему не мешаю.
Ой, блядь. Один двадцать три, значит. Алонс, ты зазнался. Потому, знаешь почему? Блять, ладно, забей, почему. А, погоди. Я не допер. Лучший круг мне что ли принадлежит? Когда я успел? Вопрос. Ебать, я, блин, слепой, а? Хотя почему сразу слепой? Внимательный, блядь. У меня тут гонка, ёпта, я не рек. Они битва за рекопи. Ух, сука. Я чую его на своей жопе, блин. И без этого. Стекла по уебищному отображаются, блядь. Блин, ДРС бы, а? Может, и надо начать, а то мало ли. Ой, блядь. Ох, сука. За что? Мы вышли на восьмую позицию. Да ладно, он стормознул? Вау, кто-то на пистол поехал.
Блять. Феррари готовится к пит-стопу, их пилот заезжает. Нахуй, блядь. Восьмой, ебать. Лидер гонки Вестер. Лидер Вестер. Эх, хуй с ним, с этим Вебером, блять, я уже заебался. Где они там? Я хуй догоню, блядь, когда-нибудь их. А это хуёво. У нас три дополнительных топлива на три дополнительных круга, ебать. О, бля, ебать мы, бля, на скупые, а. Может использовать тогда... Опа. Вот на этом прямом отрезке обогащенку. Давайте посмотрим, во что это выглядится. А, мы наоборот расточительные будем. Ну, обходи, блядь, легко сказать. Сначала дай мне до него добраться. Ой, блядь. Ты сильно зацепил переднее антикрыло, возможно, стоит ехать на пит-стоп. Он это сделает.
Ох, блядь. Йо, геге, тотхмети те. Мадлоба ще не половистис. Бара. Давайте народ реще, блядь. О, сука. По 10 кругов на каждую резину, что ли, получается? Сейчас посмотрим. Ты выбыл из гонки, кажется, из-за проблем с тормозами. Мой напарник, что ли? А, и? В первом секторе мы быстрее пилота, идущего перед нами. Попробуй этим воспользоваться. Чейки остановился. Он вышел из гонки. Жалко его, жалко. Понял. Ух, сука.
пока хватает. Пока. Значит, разрыв будет сокращаться. Дистанция до следующей машины 3 секунды. Я немного помедленнее прошел. Похоже, впереди идущий гонщик старается оторваться. Он идет на предельных оборотах. Дистанция до впереди идущего 3 секунды. Да заебись, наоборот бы надо. Летишь ТРСом попользуюсь. Блять, рано.
дистанция до соперника 4 секунды. Не сбавляйте. Ой, блядь, это я зря израсходовал целиком. И где это Рикьярдо, я хуй его знаю. Гонщик позади тебя идет на жестких шинах, увеличивай разрыв. Легко сказать. По нашим данным, соперник впереди экономит топливо. Его результаты будут немного ниже, чем обычно. Бля, мне вот интересно, как они там работают, эти диспетчеры? У них там дохуя всего полюбас. Тучи рассеялись. Хорош, граждан, хорош. Ничего не скажешь. Блядь, капает? Сука. Это хуёво. Все-таки я не ошибся.
на каждый вот этот жесткий состав. Ой, четвертый. Вот. На каждый вот этот вот жесткий состав. 10 кругов. Жалко не в процентах. Хорошо. Жалко не в процентах. Мне вот показывают, насколько изношен сильный. Бля. Главное время не потерять. Да, чуваки, резче, блядь. Ниже, ниже 13, конечно, но все равно, сука, Феттеля пошел. Давай. Пальто надо пошел. Собака. Рикардо, Диреста, блядь. Все пошли нахуй. Блядь, и капает. Блядь, ДРС сам в гонке вообще. Что за подстава? ДРСом ни разу не попользовался за эту гонку. А, Хэмилтон позади меня. Вот, блядь. А, ну тогда ладно. Давай, ну догони их, блядь. Сука. Да ладно, теперь Рикардо же на более жестких. Ты что, его не можешь обойти? Да пиздец. Сука! Керс не работает, блядь! Охуенно. Хоть ДРС заработает, блядь, сейчас. Не уезжай, сука! Давай, ДРС, блядь! Бля, это опасное переключение было, по-моему, нет? Сука, клочит. Не протиснуться. А вот протиснулись! Сука! Да я его задний бампер избью сейчас, блин. Надолго ли? Да, походу надолго. Воу, ёб твою мать. Сука.
тобой идет на предельных оборотах, он пытается сократить разрыв. Да, да он сократит его, у меня керса нету, блядь. ДРС у него рабочий? Нихуя недостаточно, блядь. Керса, блядь, нету. Ебать, как я вспомнил вас, суки, так сразу заработали, блядь. Конец-то, блядь, Керс! Машина что не слушается, это. Ой, блядь. Все-таки Хэмилтон сказал свое слово, блядь, в этой гонке. Сука.
Ебать, Райконен, ты с какого бадуна-то 22-й? Внимание, твой преследователь отстает менее чем на секунду. Он может использовать систему ДРС и пойти на зон. Пусть только попробует, блядь. Ему помашут синим флажком перед рожей. Блин, там более агрессивнее, что ли, надо оттормаживаться, я хуй его знаю. Рекорды сменяют хозяев, блядь, просто-напросто. Я-то думал, Хэмилтона хуй кто переедет, блин. О, сука. Победитель Red Bull. Окей, чё. Да, блядь. Восемь очков, молодец. Хэмилтон что-то получил? Сука, получил и не одно. Ну а, Алонсо не финишировал. Интересно, из-за чего? А он-то стартовал первым, блядь. И погодите-ка, по сути... Перес какой там установил? Где он, блядь? 1.20. А, погоди, я чё-то не доехал, блядь. Ай, похуй. Наша команда четвертая. Ну, блядь, на одном моем горбу все очки, блин. Этот ваш совет нихуя не заработал, сука. А, не, фу, блядь, это я четвертый. Пск. Хотя Хан же четвертый. Но тут на мне, блядь, все. Ой. Сука! Yeah. Новые тормоза нам дадут, из-за которых мой напарник наебнулся. И еще мы пока что четвертые. Yeah. Точнее, я четвертый. Yeah. Надо увеличить. Надо улучшать очки, блин. Ну нахуй. Итак, Кубаля радуется, вовдев напарника. Yeah. Нико Росберг финиширует раньше напарника. Нико Росберг в сегодняшней гонке Монреаль финишировал раньше семикратного чемпиона, которым является Михаэль Шумахер. Тем самым показав свое превосходство, когда гоночного инженера, с которым работает Ника, спросили, почему Михаэль Шумахер не смог удержаться на первом месте, тот ответил, просто сегодня наш день. Ау. Это настоящая звезда, говорит Кристиан Хорнер. Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер был полон похвал, когда его пилот Марк Вебер занял призовое место на трассе Монреаль. Он звезда, несомненно, он сможет достичь многого, сказал руководитель. Однако некоторые сомневаются, разделяют ли эти надежды товарищи пилота по команде. Бля, реплики, они и те же... Тьфу, блядь, репортажи, они и те же, сука. Ну я рейтинг увеличил. Из машин после трассы Монреаль выглядит хорошо. Окей. Так.
Автор лучшего круга на полупозиции – это Фернандо Алонсо. Лучший круг на полупозиции – 1.19720. Энди Майк. Хорошенько обхожу своего. Можно номер изменить, а, блядь. Тони Фернандес обсудил с нами конструкторскую работу основных сезона, мы будем придерживаться консервативной стратегии. Но у деталей для политиков будут поступать реже, но зато я стану гораздо надежнее. Если мы решим пересмотреть стратегию, я тебе сообщу. Уважение, Энди. Вопрос, вы когда их пересматриваете вообще, блядь, а? О. Италия, нахуй. Ой. Уж. Интернет. И значит, Италия. Ебать, это что такое с закарычком, блядь? Стартовая позиция, нихуя себе. Ну чё мне сказать? Скажу по-честному. Вот здесь мне не понадобится выкручивать максимальную скорость, собственно, на максимум. Потому что... Столько там поворотов, столько всяких закорючек, хуебучек это. И судя по всему, мы будем ехать вот так, по часовой стрелке, нежели напротив. Ну просто смотрите, какой вход и выход. Конечно, где там Канада, блядь, со своим этим, погоди. О, блядь, вот так вот, чё? И бы я приехал. Я вообще думал, наоборот будет как-то, ну ладно. Хотя, ну, мало ли, может наоборот, блин, будем. Если это так, то тот, я не знаю, на максимальной скорости трудно будет вот на этом полукруге сохранить машину. Будет трудно. Ну а так. Станция круга 5,4 километров. Ё-твою мать. Это раз, а два максимальная скорость 305. Значит, поставим хотя бы 310. Или 315. Чтоб не наебнулся двигатель. Ай. А, фу, блядь. Гран-при Европы. Пейки Ковалайнин у нас 20-й с нуля очками. Я зато 4-й с 70 очками. Мне бы хотя бы на пол байл. Фу, блядь. Хотя бы в лидерскую тройку дайте мне войти. Кто меня опережает? Себастьян Феттель из Red Bull. И насколько. Блин. А, на 11 очков. На 11 очков он меня опережает. Где там кошмотер? Седьмой. Обидно, блядь. Кими Райконен, который позади него на одно очко. Граждан пятый. Так, Эмильтон, сука, первый, он там уже, ну он там набрал себе очки, блядь, до этого, так что, сука, Кобаяши 13-й, Кобаяши, где твоя дракон горничная, сука, HRT и Маруся, оба без очков. Лохи. Бедная русская команда. Это еще какая-то, блядь, подъебосная команда. Я вот единственный, хотя хаму, ну, приношу очки, вот, блядь, а то я вот полки хотя хам был бы, мне очковой зоне. Уильямс. Он там Уильямс делает. Ох, нихуя себе, это на 11-м. Красавчики. Ну да, вот, Маруся,
ЧРТ. В нулях просто. Погоди. 72 у меня. Ага, значит, у подконструкторов. А вот допер теперь, как вот вычисляется эти кубка. Как кубок конструкторов раздается вообще? Чья команда за весь сезон, да, больше всех очков набрала, та вот и выиграли. Вот смотрите, поскольку Джейсон Баттон почти нихуя не делает, а за него работает так вот Хэмилтон. Вот и, блядь, получается так, что они отстают. А вот Red Bull, они вдвоем, блядь, вот в прошлой гонке они вот вдвоем такие. Или нет? Ну, смотрите, короче, тут они вдвоем, блядь, в лидерской троице. Это уже, блядь, Баттон шестой, нахуй, Хэмилтон первый. Чтобы они смогли вырваться, вот. Ему как минимум 11 очков требуется. Для того, чтобы обогнать. А чтобы удержаться, хуй его знает. Хотя вот Петронас и Феррари, то, что настолько уебистовно расположены, это я немного не ожидал. Походу 2012 не был их главным ведущим годом не был, походу, для них, вот и настолько хуёво у них топ стоит. Заубер, Уильямс, Торо Россо, неплохо, Сапара. Вот эта вот четверка интересная, ещё тоже. Они-то хоть немного очки приносят. Серьез, если вот есть в команде пилоты, да, которые оба приносят очки команде, это хорошо. Это очень хорошо. Ладно, ну что ж, харе пиздеть, блин, наверное. Я уже ваш полюбас заебал, блин, походу с этим. Ну что, закончим. Так. Мы неплохо выступили в Канаде. Будем надеяться, что в Европе мы не хуже выступим. С вами был Кобородо Дес. До свидания.